Многие заимствования, приходя в русский язык, а потом через какое-то время из него куда-то исчезают. Да? Какой-то процесс идет, ну, наподобие самоочищения языка, как экологическая система восстанавливается после какой-то там катастрофы, ну, какого-то происшествия неприятного. Вот. Действительно, нет каких-то подсчетов, именно времени. Ну, лет 10 исследований надо. Да, невозможно. Мы не можем такого сказать, что потом сказать, что это наше. Вот смотрите, русское. Вот скажем, слово «селфи» возьмем. Оно вообще-то... Ну, себяшка никак не прижилась вот, в нашей стране. Вот, оно не стране. Прижилось. Люди в 2013 году, я прям помню, на просторах интернета, еще в соцсетях тогдашних, прямо искали, просто шел мучительный поиск этого слова для обозначения того процесса, когда сам себя фотографирует человек. И не нашлось удачного какого-то русского слова. Себяшка, там еще некоторые были. Но нет, не прижилось. И когда возникло селфи, а оно как раз и распространилось в мире, не только в русском языке, оно в мире распространилось в 2013 году, то его очень радостно подхватили люди, в том числе носители русского языка.